Тяжелый матч, соперник тоже не из легких, хоть и потерял все шансы остаться, но от нас требовали только победы. Мы, конечно, был какой-то груз ответственности, но мы ее добились, и мы очень рады этому. Ну, конечно, всегда легче, когда команда соперника имеет одного игрока легче. Конечно, у нас появилось больше зон, которыми, я думаю, мы воспользовались. Ну, еще ничего не решено, мы не сохранили прописку как бы в высшем дивизионе, поэтому у нас еще две игры, за которые нужно тоже бороться за очки, поэтому будем стараться, хотя будут очень тяжелые игры, причем на выезде, но будем стараться взять какие-то очки.